Он был везде, где так или иначе творилась городская история. Фотолетописец, так называли его горожане. Евгений Николаевич, добрейший души человек, всегда возился с детьми, стараясь привить им чувство прекрасного. У него осталось много учеников и еще больше друзей. Уже незадолго до того, как Евгений Каширин после тяжелой болезни ушел из жизни, ему главным образом стараниями общественности все же дали звание почетного гражданина Рязани. Но для нас он остался умным и добрым художником с внимательным взглядом и душой бессеребренника. О выставке Евгения Каширина в материале Оксаны Тебенихиной. В Рязани состоялось открытие фотовыставки нашего знаменитого земляка Евгения Каширина. В этом году мастеру исполнилось бы 65 лет. Заслуженный работник культуры с 1995 года и почетный гражданин Рязани с 2006. Он являлся признанным фотомастером как в России, так и за рубежом. Только в Рязани состоялось около 50 персональных выставок маэстро. Открываем выставку, мы с особым чувством смотрим на эти фотографии, потому что здесь запечатлена наша молодость. Я имею в виду даже в музее, потому что здесь есть портреты и тех людей, которые в свое время работали в музее, портреты художников, молодых еще. На этой выставке представлено около 120 работ Евгения Николаевича. Его любимыми жанрами являлись портрет и уличная жизнь. Эти работы вообще мало кто видел ранее. Так что ценители тонких произведений настоящего фотохудожника просто обязаны посетить его именную выставку, которая продлится до 25 августа.